меня называют предатель, я говорю нет войне, мне говорят, ты предатель. Они говорили, мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией. И чего? Добрый вечер, мы из Суоми. Ну, это нормально, нравится, не нравится, НАТО расширяется. Представляете? И Швеция же собирается в альянс. Я уже предвижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скобеева сжигает альбом Аббы. Я вам точно говорю, не за горами. Шведскую стенку переименуют в лазалку, сауну в сухопарку, шведский стол в обжираловку. Ну и, конечно же, 100% запретят сказки Сельмы Лагерлёв и Астрид Лингрен. Я уже вижу Соловьёва, он стоит и орёт: «Карлсон!»